продолжаю дальше снимать красоту города. Так, и здесь Адмиральский сквер. Вот он. Там храм есть чуть подальше. Нептун. Интересный сквер. Нужно отдохнуть. Скамеек много у нас, это хорошо. В Корее, когда была, там не в Сеуле, а в другом городе, так там скамеек днем с огнем не найдешь. Посидеть негде. Но это для того, чтобы они ходили в кафе, там сидели, кушали, вот, а не на улицах. И у них, кстати, не принято на улицах кушать. Если идет по улице, ест, это значит иностранец, а не как-то в помещениях кушают. Своя культура. И опять же вид на мост. Здесь Малый ГУМ. Развлекательный центр. Везде электросамокатом можно доехать. Видимо, будут стоять до холодного времени. Зимой здесь скользко, уберут их. Пока можно кататься. Как и здесь, в общем, за каждым углом стоит себе. Так, парковка платная, 100 рублей в час. Кто не знает, вот здесь вот есть. Потому что в центре могут. Ой, смотрите, здесь. Военнослужащие, проявившие героизм в спецоперации. Здесь у нас их имена. Так, и рядом магазин «Армия России». Так, надо будет на ту сторону мне пойти. Уже не сейчас. Там у нас есть первая женщина. Отсюда, из Владивостока, с прошлого века, она блогер, так называемый, видите, вот там вот, потом вам расскажу о ней. Это по-современному она была бы блогер, как она писала письма, как сейчас вот снимаю, написала письма в Дальнем Востоке, там запечатлена в памятнике. Светланская, мы с вами идем. Так, закрывали здесь в связи с сложившейся ситуацией. Вот здесь вот был магазин. Видите, аренда закрылся. Блюда тут на компании. Тут можете цены посмотреть. Так. Просто так, первое попавшееся, что открыто было. Вот. Вот такие здесь цены. Так, подаем руку по весу. В общем, такая цена.
вы увидели, кого может устраивает или не устраивает. Оформлено интересно. Кухня здесь такая. Так, ну, как видели, посидеть есть где. Но нам надо идти вперед, у нас есть цель. А так гуляем, чтобы вы посмотрели, как у нас люди одеты, во что. Здесь сейчас происходит. Чтобы увидели, как мы здесь живем. Здесь сквер, много у нас скверов. Так. Скоро подойдем к центральной площади, это дорога туда. Так. Вот, куда он там едет? Так, я тут с камерой попала вместе с ними в пробку. Так, ну вы видите, я номера не снимаю. Так, да. А здесь, кстати, вот Зара. Я хотела в него зайти, да не дошла. Вот сейчас закрыт. Это испанский бренд. Вот сейчас он закрыт. Вот, ну, вы тем не менее не видите, что витрины не убраны, с одеждой они, в общем, ждем, что будет дальше. Сейчас подходим к центральной площади. Дошли уже, полгорода я обошла, здесь Светланская, 38, так, и центральная площадь перед нами, фонтан. Так, и там ожидается, видимо, опять какое-то событие, так как есть сцена, что-то, кстати, готовят, что-то музыкальное будет. Дошли до центральной площади. Борцов революции за власть советов. Как она сегодня выглядит. Сентябрь уже 2022 год. Борцов революции. Какая красота. Ой, ой, какие они классные. Так, все. Дошли мы с вами. Здесь проходили соревнования. Дети Азии. Сейчас эстафета в Якутск перешла.
следующий раз будут в Якутске. Так, и фонтан. Цветной. Но она конкретно расстроилась. Красивый. За это ерунду, что я...